Приветули, вот и баннер UAMI. И, конечно же, мы сейчас будем его крутить вместе с моим подписчиком. Он хочет себе UAMI и Саю. А если ты хочешь покрутить вместе со мной, у тебя достаточное количество круток, то есть хотя бы 70, то пиши мне либо в Дискорде, либо ВКонтакте, мы с тобой договоримся и обязательно покрутим на видос. Погнали смотреть. Привет! Так, как мне тебя называть? Сир или по имени, или как? Сокращенно, Сир. Так, все, окей. Сир. Так, ты хочешь UAMI, а кроме UAMI? Ну, желательно Саю. А, ну да, тоже, наверное, возможно. Хотя, так я думаю, вдруг ты только Саю хочешь, а UAMI нафиг не сдалась. Не-не-не, я на UAMI копил. Окей. Так, сколько у тебя там по молитвам? По молитвам у меня вот так. Ага, в стандартном что есть, нет? Не, ничего нету. Все как получаю, откручиваю и все забываю. Ясно. То есть ты хочешь все вкрутить непосредственно именно в ивентовые персонажи? Ну, ивент, да. Я хочу еще бал выбить. Типа, если получу UAMI сейчас, то все остальное идет на бал. Ага, сигнатуру ты не хочешь? Нет. Окей, ну чё, поехали. Забавно будет, если она сейчас выпадет с первой десятки. У меня такая традиция есть. Вот у кого, посмотрел на ютубе, у кого какая традиция. Кто-то с башни прыгает и умирает, кто-то по несколько раз кликает, у тебя девочка отключила. У меня такая, я иду в место, где обычно обитает этот персонаж, где он живет, и там уже кручу. Тут я артефакт улучшаю, все такое. Ну, в своей странности, скажем так. Да, я понял. Я заметил, что у всех людей свои ритуалы. Ну как, сразу по десятке? Да? Чё тянуть? Забыл спросить, а у тебя 50 на 50? Да. Ага, то есть вот так. А если, допустим, выпадет не UAMI, кого бы хотел? Кого угодно, но не делюка. Нет. У тебя уже есть делюк? У меня есть еще дубликатный делюка. А, вот так вот. Ну, тогда понятно. Хотя, новая конста. О, нет, если выпадет делюк, я вот писал в чате на стриме твоем. Если выпадет делюк, я его, сброшу со старта и больше никогда не возьму. Ой, да ладно. Это же игра, от нее надо получать удовольствие. Но, не будем упоминать эту рыжеволосую сучку, чтобы не притянуть ее. О, Синьянь. Причем самая последняя. У меня отключено еще где-то 40 штук, это уже 50 получается. А, то есть вот даже так. Угу. Но если 50? Она сейчас выйдет, то... Если она сейчас выйдет, я больше крутить не буду. Я буду все остальное на бал копить. И уже тогда я абсолютно все солью на бал. И на нее, и на копье. А, то есть ты на UAMI не хочешь консту никакую? Нет. Ясно. Ну, посмотрим, как баннер себя покажет. Я пока его вот с тобой первым сейчас кручу. Поэтому я вообще понятия не имею, что от него ожидать. Ну, казино простое. Ну, понятно, не, оно рандомит. На самом деле тут рандом такой. У всех разные фиолетовые, у кого-то определенные дропаются. У кого-то Саю хорошо падает, кому-то Саю вообще не падает, допустим. Вот опять последняя, опять фиолетка, последняя, десятая, ё-моё. Что-то как-то грустненько по одной фиолетке. Еще и книжка. О, я уже привык к такой фигне, честное слово. Ну, должно же это когда-то измениться. Че, опять последний будет, что ли? Да ты издеваешься, баннер, ты что делаешь, Гельшин? Я на тебя подам. Это как-то да ты что? Слишком жестко. Да ты гонишь. Серьезно? И опять Синьянь. Походу у тебя будет C6 Синьянь. Не надо, спасибо. Поди сейчас должно быть Лего. О. Ну шо. 50 на 50. Ух, я аж вспотел, как будто, не знаю. У меня ладошки вспотели. Оба-на. Повезло. Ты выиграл 50 на 50. Вот поэтому я всегда, когда стою на место персонажа, где он обитает, всегда у него он падает. Я так скажу. Что? Нормально. В
смысле? Фига себе! Хрена! А что, так можно было, что ли? Кого? Не, ну это бан! Это бан 100% по IP навсегда! Я никогда такого не видел, чтобы вот прям в одной десятке было две леги. Причем она сразу же выпала после этого. Сразу, ёперный. В двадцатке видел, в десятке ни разу не видел. Ну чё, я тебя могу только поздравить. Ну такое, вот, раз в год и палка стрелять называется. Тебе прям вау, как фартануло. Опять, и опять Синьянь. Забыла, рокерши недоделаны. Дубликат. А, у тебя моно была уже? Да, у меня моно есть, она у меня 90-го. Ну чё, клёво, будет конста. Причём халявная абсолютно. Абсолютная халява. Блин, можешь еще покрутить для того, чтобы Саю получить? Ну вот я хотел тебя спросить, будешь ты крутить, чтобы выбить Саю или нет? Смотри, решать тебе в любом случае. В любом случае, у меня только девятка, и то, что сейчас еще Лего выпадет, это вообще мизерный шанс, так что давай еще раз. Я бы, конечно, охренел, если бы сейчас Лего выпало. Я бы тоже, я такой... Нет, это точно бан. Два раза бан. Это... О! И как раз в десяточке выпало Саю. Yeah, boy! Ну, прям отлично, отлично. Как заказывал. Блин, ну... Я хоть раз это вживую увидел. Может быть, когда-то у меня так будет, что две леги в одной десятке. Я видел только видео, где человек убежал в Хутау, да, он одну крепку сделал, не выпало, вторую, и тут уже сразу Хутау выпало. Типа, чтоб сразу лего было моментально. Не, ну мне в первой десятке Хутау тоже выпало. Я грозился удалить игру и перестать играть в нее, если мне я Хутау не выбью. В итоге выбил в первой десятке. Мама моя, у меня C6, в смысле? Да. У тебя C6. Поздравляю! Может быть, еще теперь, одна. Может быть, теперь будет смысл ее использовать. Ну, в принципе, можно, да, вкачать ее, как щит. Ну, если делать эту физ-пачку, чё бы нет. Ну, все да, равно одними теми же играть надоедает, и экспериментировать хочется иногда. А вот что созвездить на моно, ну-ка. Это единственный персонаж из стандартных, кого у меня нет. Будет забавно, если я буду крутить Йомию, и мне выпадет моно, а Йомия нет. Будет вообще найс. Вот я бы хотел бы Кацинку. Вот у меня Кацин нет, честно. У меня Кацин C1. Ай, фартануло, а. Ну-ка. А вот и она. Ну и вот она, маленькая Сай. Ну-ка, давай, завернись. Молодец. Мне она на самом деле понравилась гораздо больше, чем Йомия. Ну да, прикольно. Она дамага такое ощущение, что больше вносит, чем Йомия вот даже. С этим мечом вообще отлично будет. О, это новый двурук. Угу. Да. Я пока еще не пооткрывал. Мне там же еще надо сейчас Сакуру будет зачистить, еще всякую фигню. Хоть сюжет прошел, уже радует. И останется теперь зачищать острова. Ну че, давай финальные это. Финальные слова. О. Единственное, что могу сказать, никогда не доверяйте этому казино, никогда не знаешь, что оно может тебе дать. Ну и не забывайте играть в театр Механикус, который появился здесь. Да, я зашел в него сегодня, что-то там как-то какая-то канитель, у меня не было времени и желания на работе разбираться, я такой, потом разберусь, сделал дейлики и все. Ну, подписывайтесь, ставьте лайки, ну и что еще сказать. Удачи всем в крутке Йомии, ну и в следующих крутках в целом. Большое спасибо тебе за контент. Буду тебя, значит, ждать на Баал. Угу. До скорого. Пока. Спасибо за просмотр. Вот какой-то такой видос получился. Я в шоке на самом деле. Но я очень рад, что я хотя бы вживую увидел в первый раз, как в одной десятке падает две леги. Причем прям подряд. Блин, это клево. Я очень рад за Сира. И очень доволен, что ему дропнулось то, что он хотел. Надеюсь, тебе понравилось и было интересно. Пока.